Добрый день, друзья. С вами Квестоник. И мы с вами снова играем в Bus Station Learn to Drive. Здесь мы будем учиться с вами. Не учиться, а просто водить автобусы. Вот так интересная достаточно игра. Вот. И здесь мы на какой-то что-то типа автовокзала. И будем сейчас по вот таким вот чекпоинтам провозить автобусы, не задевая всякие препятствия. Так, выезжаем. Так, вот аккуратно. Что такое, горло? Так, ага. Здесь другие микроавтобусы. Ага, здесь еще будут усложняться тем, что будут иногда проезжать другие автобусы. То есть, сами понимаете, врезался, проиграл. Так, что ты стал-то? Давай, поехали. Так, тут еще вроде бы как бы на время, не знаю. Здесь надо аккуратнее. Вот эти красные конусы проезжать. Так, и вот куда нам надо сейчас припарковаться. Так, что мы сейчас и сделаем. Это наши. Сейчас будем, ну, короче, подъезжать, чтобы загрузить. Ну, не загрузить, это грубо говоря. Пассажиров, чтобы забрать. Так, что у нас здесь? Поехали дальше. Так, здесь надо, видно, задним ходом выезжать. Так. Здесь вроде бы ничего сложного. Свободного пространства очень много, поэтому легче легкого. Так, здесь мы проезжаем вот эти защитные какие-то столбики. Это, наверное, чтобы кроме автобусов сюда никто не заезжал, я так понимаю. Так, и поехали сюда. Куча стоит всяких автобусов других. Типа усложняет нам движение. Так, ну это камера так работает, когда сближаешься с каким-то, ну, с другим транспортным средством. Так, вот нам открыли шлагбаум. И спокойно проезжаем. Так, тут у нас что? Понятно, здесь надо помедленнее ехать. Пока выйдешь с этого автовокзала, это куча времени пройдет. Так. Так, странное место, конечно, парковки. Прям в какое-то здание заехали. Пока непонятно. Так, и готово. Так, мы продолжаем ездить. Так, на вот этом автобусе. Жаль, что другие нам не дают. Так, здесь что тут? Тут куча, я не знаю, это автовокзал или какую-то площадка для сдачи на экзамен. Такое ощущение, что специально как будто эти препятствия понаставляли, как будто экзамен на вождение сдавать. Так, едем здесь. Куда там дальше? Так, теперь это что, лежачий полицейский такой или здесь какое-то препятствие будет? Так, это, наверное, просто лежачий полицейский. Так, еще один. Зачем здесь их так много понаставляли, непонятно. Ну, давай. Застрял чуть-чуть.
и спокойно заезжаем к нам на парковочное место. Так, и сюда. Так, давай только аккуратнее. Так, и приехали. Так, снова, что здесь у нас будет? Какие такие маленькие уровни, если честно. Хотелось бы побольше, подольше точнее. Так, что-то нам тут пишет. Так, ну это еще походу уровень меньше, я уже вижу, куда нам надо припарковаться. Это, конечно, печалька. Так, вот так можно повертеть этот автобус, хоть радует. Так, и где мы? Да, и мы уже практически на месте. Так, вон еще какой-то, точно такой же, кстати, автобус. Мимо нас проезжает. Так, и задание практически, да, все выполнено. Что ж, поехали дальше. Так, тут нам автобус будет мешать, давайте его пропустим. Куда он там едет? Давай, проезжай быстрее. Так опасно он проехал. Чуть сам у нас не врезался. Так, едем дальше. Так, тут деревья нам чуть-чуть мешают. Так, ё-моё, еще один автобус. Давайте назад быстро. Давайте-ка мы вот так сделаем. Так, стой. Блин, сколько же этих автобусов тут, не дают развернуться. Кошмар просто. Так, еле прошел. Ну, еще не прошел, конечно, но... Застрял я что-то на этом месте так долго. Всех пропускал пока. Меня никто не пропустил. Так, поехали. Светофоры, не знаю, они вроде не работают, они работают. Так, ну, придется на красный ехать, потому что времени мало, но так делать нельзя. Так, здесь мы, конечно, медленнее будем. Так, лежачего полицейского проезжаем, все, и вот видно наше место прибытия. Так, и аккуратненько заезжаем. И готово. Приехали. Так, поедем дальше. Правда, все на одном автобусе, конечно, да. Грустно. Так, блин, иногда вместо руля крутит камера у меня. Вот и первый раз я врезался, хотя тут вроде бы это не страшно, можно отмотать назад и исправить свою ошибку. Вот. Так, и поехали. Так, тут вообще просто такое ощущение, что по кругу катаемся. Понятный уровень. А, ну вот хоть туда будем выйдем из этого круга. Так. Снова эти полицейских лежачих тут накидали по несколько штук. Зачем-то. Так, и все, и мы практически на месте. Так,
И готово. Ну все, с вами был Квестоник. И всем пока.